получается вот такой алтарь. Да, да. Вот амулеты, я вот сейчас разговаривала, как вот, хорошо. Здесь помимо всего у вас еще во славу роду идет написано. Вот, у вас получается маятник. Он у нас посередине. Да. Здесь у вас горят свечи. Да. Вы представляете, какая здесь получается концентрация энергии? Сюда вы можете положить что-то, и амулет, и как это, фотографии, все что угодно. И даже и карту может помещается она нормально. И наговариваете, у вас маятник начинает идти работать по кругу, усилится. Он здесь и так усилится, потому что здесь уже воронка. А если вы здесь поставите еще свечи, то это вообще, то здесь идет концентрация. Вы можете каждую ведьму наговорить, кто это будет. Это может быть боги какие-то, с которыми вы работаете, то есть какие-то энергии. Могут быть энергии месяцев. Так их надо определить, кто не для меня. Вот. Нет, вы можете для себя сделать такой наговор. Например, это отвечает там, дать такое имя, отвечает там за это, это за это, это за это, это за это, и маятником наговорить. У вас получится концентрация воронка, и здесь все это будет. Зажигаете красные свечи, и здесь шарашит так, вы маятник просто так даже возьмете, он будет ходуном вот так ходить. А месяцами? Можете месяцами именно обозначить. Выбрать, да? Да, там январь, февраль, январь, например. Да. Можете взять какие-то божественные энергии. То есть, как вы сами считаете нужным. Мы специально для этого делали. У нас девочки просто в центре работают, мы уже приспособились, потому что там шарашит сразу. Люди такие, да. Там буквально, ну как бы сразу. То есть сначала амулет ложим или там, ну что-то. Здесь вот можно, допустим, смотрите, вы можете взять, как? Сложить пятитысячную, положить. Mm-hmm. Лицом на нее положить или просто, допустим, лицо фотографии сверху пятитысячную. То есть сюда вы кладете деньгу с фотографией человека и наговариваете, чтобы деньги шли к этому человеку, да в большом количестве. Наговариваете, как бы активизируете, ждете, когда маятник остановится. Сразу говорю, придется долго ждать, то есть лучше сесть удобно, где-то как-то разместиться, да? Он останавливается. После этого вы так делаете, тык, чуть-чуть, ну, чтобы сконцентрировать. И все, и у вас готова работа. Еще чуть-чуть полежит, свечи догорят, а у вас здесь такая концентрация бешеная, все. На покупку можно чего-то, на продажу можно чего-то. То есть ставите картинку, что вам нужно купить. На нее. Человек? Нет, ну в любом случае, человек что-то хочет. У нас же есть желание. Если мы нормальные живые люди, у нас есть желание. Если желания нет, значит уже что-то с нами не то. Вот. И, соответственно, вы на это место кладете просто то, что вам хочется приобрести. То есть фотографию того, что вам хочется приобрести, образ. Uh-huh. То же самое, или то, что наоборот можно продать. А если записку написать? Тоже. Можно записку написать, только которую для вас именно ну, значит. Да. Это вот такая вот она, вот такая красота. Uh-huh. Плюс еще во славу рода это получается. Да. Я вот думала, немало места, что я сюда вот фотографии, вот как, помещается? Ну, а вам не обязательно такую 10 на 15? Конечно. Просто здесь специально мы сделали, чтобы концентрация поближе была, потому что центр самый этот.